Audio Jungle. Любите не нравились и готовились в полжизни. И именно сегодня состоится настоящий бой. Встречайте! Спортсмен в красном углу. Якимов Ахмат, прозвище «Тигр», город Елабуга. И, конечно же, его соперник Костин Алексей, синий угол, город Набережные Челны. Встречайте бурными аплодисментами. Вот они, появляются. Якимов Ахмат. Настоящий тигр. За спиной огромное количество боев. Неутомимый. Всегда рвется в бой. Встречайте. Костин Алексей. Город Набережные Челны. Рефери в ринге, судья первой категории, профессионал своего дела, Щепицын Владимир Васильевич. Боковые судьи, третьей категории, встречайте, Зайцев Антон, мастер спорта. Тимофеев Альберт, кандидат мастера спорта. Гладыш Евгений, кандидат мастера спорта. Итак, уважаемые зрители, уважаемые спортсмены, мы начинаем первый бой. Итак, значит, напоминаю свое правило. Мы же больше не бьем. Дамы и господа,
поддержите наших спортсменов, поддержите громкими аплодисментами, у каждого спортсмена есть свои возможности, конечно, это важно. Здоровья вам! Снизу, Ахмат, снизу. Работай, 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 пуль. Вот, хорошо.
Aponte. Dame che farà. Uvažujemo i Disney Anthony, a mi skažem spasiva Pjeru i Mike Carter, gdje ti mi smo i Disney Anthony. Kako nam čušuje? Čitio mi rad u njom. Ja bojao, molodijac, razmišlja živić, igrada po gdježini našeg partnera. Kinder, ja bojao sam kad mi sam na rin, smario na moju lico, emociju vario, i sražu da njega što nastrojem bilo u tome na papiru, no, как ты решение судьи это будет, скажи. А, твоя ярость была сейчас какая-то как противнику или победили без ребенка? Сейчас противник интересен мне, вот никакой ярости, никакого не любил. Молодец, красавчик. Ваша лысинка! Легкие локации будущего всегда должны быть, на мой взгляд. Итак, уважаемые спортсмены, сейчас будет принято решение. Уважаемые гости, уважаемые спортсмены, внимание! Судейская коллегия вынесла свое решение. Победу одержал боксер Красного угла! Сразу же к награждению. Награду вручает мастер спорта, профессиональный боец по кикбоксингу Аидов Руслан Юсупович. Он является организатором сегодняшнего соревнования по-настоящему профессиональному боксу здесь, в городе Набережные Челны. Внимание, уважаемые гости, говорит Ахмат Тигр, представитель города Ивановне. Всем добрый вечер, Набережные Челны. Так, я одержал победу, ты хотел бы ее посвятить. Я тренирую, я сам тренер, и у моего одного очень перспективного ученика сегодня день рождения. И вот эту победу, я уверен, молодец, что ты здесь снимаешь. Посвящаю тебе это, Мирлан. Если ты меня видишь, надеюсь, это для тебя будет мотивацией в будущем, так же, как и твой тренер, так же. Спасибо за внимание. Помощи, спасибо большое.